Бу, испугался, друг? Не бойся, это просто видео на ютубе. Ну что ж, привет, ребятки. Расклад на ютубе сейчас такой. Нарезчика на канале сейчас нету, и пока вроде бы не планируется. И так как ютуб сейчас точно не основная моя платформа, даже не в топ-2, времени у меня особо нет на всю эту движуху, перекидывание контента. И учитывая количество стримленных часов на Твиче, перекидывать все это просто будет нереалос. Поэтому я, конечно, буду сейчас стараться что-то сюда заливать, но помните, что на Твиче уже все буквально готовое. Есть сразу и записи, удобное распределение по категориям, есть яркие моменты со всеми соло-прохождениями, а их реально достаточно. Плюс также наша вторая платформа сейчас это Бусти, где происходят регулярные активности, и Бусти-реквесты, и киноаукционы, и так далее. И если это все пропускали, то там просто кладезь записей по чему угодно. Я, конечно, понимаю желание удобства, из-за которого люди остаются только на ютубе, но можно же иногда зайти и на другие платформы, написать привет, да просто поддержать своим присутствием, ведь это очень важно и решает на самом деле. Вот, так уж если я буду стараться не лениться и выгружать сюда что-то, то и вы не ленитесь ко мне приходить в гости и радовать своим присутствием. Так что договорились с вами, жмем руки и приятного вам просмотра. Тори, типа купить 40-90, чем, блядь? Да, ранее доступ за 1100. Ну, а вы, типа, думаете, что игры должны под вас подстраиваться? Нет. Никто не должен вам оптимизацию делать в играх. Guys, just buy a new NVIDIA GPU. Бля, you don't have money for that? Просто вдумайтесь нахуй, раньше, чтоб Марио какой-то ебучий сделать, люди изъебывались на 20 дискетах, блядь, записывали какие-то суперданные, придумывали, как бы сделать так, чтобы у всех запускалось и все работало. А сейчас, блядь... А сейчас, блядь... Да там даже говорить нечего, все, им просто похуй. Но мне вот интересно, у нас были какие-то красные значки, и это кто, блядь, были? Это enemy, или это цели, или что это, блядь? Нет, это тут нам туда добраться миссии. Надо. Судя по тому, что говорила женщина, туда, видимо, попасть надо нам. Короче, я так понял, они сделали Тарков условный. Цель задания выход, понятно. Да, условно Тарков. И за выживание, я так понимаю, мы фармим опыт и перки открываем для персонажей навсегда. Типа какие-то. Не знаю. Ну, я так понял. Не уверен, что. Нельзя было сделать одно. Да, мне главное, чтобы когда я смотрю в центр, у меня FPS был нормальный. И чтобы, сука, зомби от удара, блядь, сильного трубой по ебальнику у него башка разлеталась, а не красилась томатный сок, блядь. Ну, ЛКН сжимаешь. То он, по-моему, так же бьется. Не-не-не, там сильнее. Сильнее трошка. Так, ну что? Так, я появился. Я тоже. О, Саня со мной рядом. ФПС как будто бы, кстати, стал лучше. Саня там что-то пытается в чат говорить, но обучение, я слышу его на 100 метров, блядь, в игре. Так что, Саня... Я спросил, а ты глобальный войс? Ну, 100 метров, я же говорю, взял. Не глобальный, но большой. Так, ну нам встретиться нужно, давайте встречаться где-то вместе. Не, вообще, идея с экстракшеном мне на самом деле нравится. Это тренд в последнее время, если он хорошо реализуем, как говорится, а почему бы и нет. Мы с китайцами играем. Да похуй. Не, подожди, это японский или нет? Японский. Мы похожи. Мы ближе к китайцам, чем к японцам. Не-не-не, китайцы по-другому как будто. Хотя вот нижний, как будто бы да. Да хуй его знает, на блядь. На F удар какой-то. На F это то же самое, что у тебя на ПКМ, Саня. Много похоже. Не, на F как будто прикладом ударить. Так. То же самое, Саня, на ПКМ. Вокзал. Или подожди, а то может быть на ревике, типа. А, ну вот, если у тебя огнестрел, наверное, тогда да. Спалил меня, сучок, блять. Да пока как будто бы нам встречаться надо. Я вон пойду на вокзал, и у вас тоже на вокзал вроде. Нам бы, Сань, с тобой встретиться. Я себе. Как будто бы. А, ну да, все встречаемся на вокзале, наверное. А че это у него за только Миха вроде рядом. Относительно далеко. Боже, а я вас даже не вижу вас, да. Да, да, на М. Да иди нахуй, блять! На М уже. У тебя двойка тоже, наверное, есть. Ты новичок?
Ну какой-то ёбнутый зомбак, блядь. Мне ебальники оторвали, оторвало пиздец, блядь. Игосилач? Ой, блядь. Ой, блядь. Бля, ну выглядит стрёмно, на самом деле. Блядь, пацаны, пиздец, не стреляйте нахуй. Че, придут на тебя сразу все уебнут? Да там вообще ебанись их пришло, блядь. И милишка... Милишка... Меня ебали зомбаки, я не мог вообще ничего сделать, блядь. Тогда грустно. Ты сосал? Тебя ебали? Вообще, ну жестко, бля. Меня два зомбака разобрали нахуй. Меня сосали, бля. У меня... Блядь, у меня меньше половины хп. Бинтик, бинтик, бинтик. Нету бинтика. У меня есть для тебя все лечение. Круто. Если ты живешь, я тебе дам. А там рядом должно было заспавнить, не? Не. Да, рядом спавнят немножечко разных штук. Ну, как видишь, я вот на первое место, куда вышел, меня там ну, ладно, ебанули разошел. Зомби. Да, если фонарик разряжается, если что-то же. Угу. Да-да-да, конечно. Да. Я на какую-то строительную зону зашел. А если ну, что, там, один сами. Магазин нихуя! Всего только у тебя, ну, в этом. Ебать, Ревика? Какая охуенная да. игра. А это нормально, что зомби так умеет делать, да? Меня больше триггерит, что зомби похуй на удары, типа, и он не станлочится. Не, есть станлоки, но там... Это что такое, мозг отдельно, блядь? Редкие какие-то. О, сука. Да, у него, у меня тоже мозг отдельно у чувихи летал. Что, Саня крутится красный этот вокруг? Бля, очень хотелось бы выстрелить, но... Уебать, портативное радио, парни. А, это шубы шум. Чего зомби умеют атаковать на сколько за 3 километра, блядь? Чардж делать какой-то. Во, вот меня вот они так и ебашили. Да, причем это хуйня полная. Если бы они подходили, приняты, да, они просто тпшут тебе. Летят какие-то. Это, ребята, это вирус, блядь. Вирус телепортации, вы что, не шарите? Ху, блядь, 4 мощных удара в голову нахуй надо, чтоб убить. Откуда ты здесь взялся, блядь? Нахуй. Нахуй, короче. Бля, мне надо, короче, выбирать трубопроводчика какого-то, нахуй, у которого будет навык владения трубой, ебать. Блядь. А вы видели, чтобы зомби ебашил спиной? Флексер. А я вот увидел только что. Бля, бинтик, пожалуйста. О, легкие боеприпасы. Опа, стрельба. Слышали стрельбу сейчас? Не. Батарейка для фонарика. Стрелял кто-то только что. О, монтировка. Так, может я могу к вам в бар сейчас попасть и с вами пересечься? Опять кто-то стреляет. Бля, еще громче нельзя кричать, да? Блять, ну как думаете, что-то монтировка вообще может быть в перспективе лучше? Из кованой стали монтировка. Это короткая труба. Пизду трубу, бля. Я думаю, монтировка должна быть сильнее, так как это предмет, который ты находишь. Если нокнешься, которые... есть шприц самохила. О-о-о. Говорят. Ладно, я понял. Так, вижу вас, ребята. У меня тут кто-то лутался, у меня тут люди были. Всё о, открыто. Нормально, вот это уже можно жить, блять. Нашел новую трубу, новая труба пиже. Длинная, хорош. Большая, да? Нет, просто, блять, ну, которые... колеса ты снимаешь, вот такая труба, типа, не длинная. Ну, три легких удара. Мне стамины фул на это хватило, если что. Да, неплохо. Карта вот, короче, вот карта. Я вот торговая вот зона. Что это такое? Торговая зона 3. Торфин грузится. Саня, почему грузишься? Это грузится? Вот это красная хуйня у него, думаешь? Какое-то обновление, да, типа. Ебать, ребята, ботинки нашел. Нихуя. Уменьшает шум шагов. Ладно. А там сапоги говнотопы какие-то, знаете. Ебать! Это его последние слова. О, Саня! Саня, стой! Нормально. А кто-то изнутри бил, блять, или мне показалось? Сань, чё ты молчишь?
Нихуя у тебя лампа, блядь. Бомба. Ты видел, какая у меня большая лампа? Пошла ты нахуй. О, кухонный нож, ебать. Вот это как будто со стелса должно ваншотить вообще. Ну тут в дома пока врать нельзя заходить. Ебать, аллилуйя, нахуй. Ну, я так понимаю, не во все просто. Слышь, Саня, как убрать фонарик из рук? Или ты не... Или в принципе пора? На Кью? Не, это учить выключить, понял? Хорошо. Ну, зомби тоже не лутабельные. Да, да. Надо поискать просто помещение? Помещение ищите, пацаны. Мужики, идите сюда. Боеприпасы вот всякие разные. Ебать! Дробовичок нашел, пацаны. Нихуя. Фиера, блядь, да, какая-то. Дробовичок выглядит очень хорошо. Фиера, да. ДБ-12, да? Заградительный нашел штабель, да. 2700 боеприпасов, блядь. Ой, припасы, все равно. Боеприпасы. Здесь машина есть? Патроны есть. Тяжелые боеприпасы. А попробуй, Саня, вот здесь зайти. Заградительный вот штабель. Вот здесь вот попробуй интересно пройти. Я не могу их использовать вместе. Сука. Здесь невидимый выход. Да, невидимые стены. Еще как немного понять? Лучика есть, вон, да, собери. Понять? Патроны для другого. А, ну патроны я возьму. Бегу к вам, пацаны. Я патроны магнум зарядил, да, блять? Так, тяжелый боеприпас, а ты что используешь? Нахуй знает. А ну-ка, блядь. Отдавай все, что есть. Бля, я не вижу тебя, Лех. В смысле? А, ебать, я использовать дробовик? Использовать дробовик одновременно. Ебать, минус. А, нет, и фонарик. А у вас видите, да, вот эту хуйню? Да, да, забирай, забирай. Минус. Смотри, патроны для дробовика. Давай, где? Жестко. Ага, взял. Спасибо. Я могу скинуть вот такую штуку, смотрите. А у меня еще есть гаечный ключ для ремонта. Ну, большой гаечный вот ключ. Я нашел заградительный какие-то... А я его, наверное, и надену. Заградительное снаряжение. Только это, хуй короче, посветишь. Это, двери забивать, походу. Да-да-да, это двери забивать, так и есть. Короче, пацаны, я, да, иду, я иду к вокзалу. Mm-hmm. Он у вас же тоже как задание отмечается, да? Да. Вот я, короче, к нему двигаю. Бля, пожарный топор бы найти. Охуенно. Это нам говорят, Ля. Да? Слушай. А тут же тоже что-то может быть в перспективе. Оп. А у вас из левой руки торчит текстура какая-то, когда вы фонариком светите? Сейчас посмотрю. Нет. Нет. Это все последствия разгона, Сань. Разгон, Саня, дело такое. Что это такое, нахуй? Нихуя, он похилился бинтами. Блять, набор для спасательных операций. Что это может означать? Монтировка. Че, пацаны, тут сквалку лутали, блин? Я столько этих боеприпасов, блять, уже налутал. А куда их девать-то потом? Я так понимаю, это после игры. Стрелять. Для какого-нибудь прокачивания. Да, наверное, так и есть. Так, смотри, тут... Ток, нахуй. Вот. Дядя Ток? Дядя Ток откуда-то питается, вот отсюда. Так, и чё, и как это отключить? Охуеть. Ну и кал, это двойная пушка, ребята. Два тяжелых удара по башке чела, он не умирает. И чё? Да, прошлое было намного лучше. Ой, не понимаю пока. Саня, труба или что ты имеешь в виду? Да, да, чем обычная труба. Вот у меня вот, типа, вот большой гаечный ключ, и он дамажит как будто меньше, чем... Батарейка посадилась. Ну да, но мы же потом новую батарейку впихнем, нормально всё. Вот тут хуйня, которая... А, во-во, тут нарисовано, куда идти. Что мне с тобой сделать надо? Эй, Волташ, разъебать тебя? Ну, видимо, перезарядить, да, фонарик. Она разъебывается? Григория превратили в собаку зомби. Да, нужно все хайволты же, короче, вокруг. Не, мой не ломается. Не, я сломанный же. А, все, сломал его. С кайфом. Сломал? Как будто... Ну, я выломал щиток. Просто. Ебашь там просто. Просто ебашь до конца, понял. Вот появилась была 1.4, видел, да? Да. Ах, ебать, меня там током бьет. Бери что, нож, попробуем. Сломался, надеюсь. Ну там должно было написать, будет, что типа... А вот я не успел увидеть. Давай 4, да, давай 4, нормально.
А стимулятор, ебать, звучит так, охуенно. Так, последний дохуярец. Ой, здравствуйте. Нормально, вот, блять, вот этот ключ вообще бодрый. Жалко, оно не показывает, что ты вот попадаешь, а не попадаешь к этому ебаному щитку. Ни звука, ни хуя. Нужен какой-то этот. Потому что Норм. То, что тебе нужно 20 это, раз блядь. Ударить и увидеть отличие. Угу. Че это? Ну-ка дай-ка я ему въебу. Давай, давай, я уже. Норм. Еще. Где? Где стимулятор, хорош. Блядь. Заходим, парни. Так, там темно будет и куча зомбаков. Ты думаешь, там куча? Или там было сказано об этом? Что за хуйня, блядь? Армори. Там есть зомби внутри. Да, конечно. Хорош. Бля, я ебал в рот этих зомбаков, которым вообще так похуй, блядь, на твои удары. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, открывай. Правее фонаря. Ой-ой, блядь. Вот как его взять-то, блядь? Как взять этот предмет, блядь. Нахуй? Не хватит, что тебе не въебал, братик. Не-не, оно, походу, тут... Да не надо, как будто сань стрелять. Он пассивный? А, ёб твою блядь. Мать. Я думаю, это хил, блядь, какой-то. Это ж те самые зомби, которые, блядь, издалека умеют бить. Я и забываю об этом. Ой, ой, ебать, он телепортировался! Какая же... Блядь, так, нам еще снаружи идут еще зомбачки. А ведь надо будет идут, их ребята. Это... Надо их сейчас зачистить, пока они не стакнулись. Я считаю. Нихуя, у меня дохил найти где-то. Блять, как же хуево, что меня отдельно от вас заспавнило. Это просто пиздец, блять. Здесь заградительная штабеля. Строить что-то. Это, можно. Видимо, для баррикадирования, да. О, тут есть сплэш, ребята, не открывается сплэш, можно сплэшем ебашить чисто. Мне это... А, это что такое? Пацаны! 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 Я не могу не помочь, Лёха, пацаны, этот зомбарей. Пацаны! 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 Я забаррикадировал дверь одну. Ага. Чё там? Сейчас, парни, парни, вот туда аккуратненько посмотрите, блядь. Там нахуй мышка какая-то сидит. А, реально, там, блядь, ведьма. Ой, блядь. Так, Саня, тебе хилка надо, да? Бля, парни, подсветите ей с дробовика ебануна. Саня, я выложил это. Сейчас. Я сам похилюсь тоже. А, ты баррикадируешься? Ой, ебать, так у нас там типы, ребята. Так они это. Так надо так их ебашить, пока, пока. Они стакнулись. А ты их можешь бить сквозь баррикады? Ебать, у одного там красные глаза. У двоих красные глаза. Пошли с другой стороны, зайдем просто к ним. А, блять, мы все заблочили, ебаный рот. Да, да, сейчас ебашь, вот сейчас ебашь, парни. Пизда, блядь. Погнали. Я сплэшем хуярю. А у меня руки зависли. Ахуенно, блять. Бля, охуенная игра. Я не могу руки переключить, братик. Блять, у него красные глаза, нахуй. Бля, мне очень плохо. Так я ж выложил птичку там. Ты захилился? Да файн. Вперед, парни, убейте их. Вперед, мужики. Давай. Да их тут дохуя так-то. Хуярьте, мужики, я вас. Лёха, верю. Ну тут ты ехал, пугай. А я не могу фонарь поменять ни на что. У меня тут фонарь. А, выкинь, выкинь пушку и возьми. Я понял. У меня такое было. Ага. Готов. Отходите, братья. Да ебаный в рот. Я умер. Бля, да сколько у него хп, нахуй? Ну вот это красноглазый какой-то. Все, рип. Вот эти хуярить, парни. Сквозь баррикаду хуярить. Вот это хуярить. Ну все, я зомби, пацаны. Так у нас здесь нет френдлифайера, по-моему. Я вот не знаю насчет френдлифайера. Да ебать, что дальше, не думаешь, что он тут есть. Бля, ну мне нравится концепция пати, блять, а сдох, я нахуй беру и спавнюсь в ебаном миллионе километров, блять, относительно этой игры, блять, от своих тиммейтов. Ну это прикольно, блять. Это прикольно, и нахуй меня просто в соло убивают, блять, потому что у меня просто ресурсов нету. Один бин, блять, за всю игру. Ну ты встать вроде можешь. Не, я все, я умерчик. А, ты умерчик прям? Да. Я пикаю нового персонажа. А, это опять не, вы можете просто играть, я просто пойду в соло зайду.
Боец смешанных единоборств, это то, что мне нужно. Так, мужики, я очень хочу вон ту хуйню разъебать. А, у меня тоже хилки закончились, снова. А, хилка нужна, держи. А, не, бля, мне тоже похилиться надо. Бля, ну пока хуй знает. Мне нравится концепция вот этого экстракшн, вот этой движухи, вот это типа безнадега, вот это всякое и так далее. Блять, ну какой уебанский ближний бой. Это просто пиздец. То есть ты бьешь по зомбаку чем-то тяжелым, по голове. Зомбаку вообще похуй. Он просто наносит удар рукой и так ебальник тебе сносит. Просто будь здоров, блять. И, ну, какой-то типа даже стелс, если сзади, окей, то есть это надо бить, потом ПКМом станить его, потом опять бить, потом опять станить. Я только такой исход вижу. Вот. Все такое, блядь, какое-то кривое, нахуй. Вот этот дробовик, я сейчас вообще не понял. Когда просто я типу стреляю по башне, ему вообще похуй, блядь. А какой-то, ну, типа, ну ладно, не ебаный револьвер, но револьвер убивает, блядь. Что нахуй за бред, блядь? Да, дробовик шоты не регал, просто не регал, блять. Это выглядело, блять, максимально ужасно. Ну, то есть, дробовик выглядит как то оружие, то есть, вот такое на два заряда, которое, ну, должно сносить любую кабину, блять. Короче, пока странно, блять, пока странно. С медициной этой тоже, блять, вот этот стимулятор я нашел. Да нахуй мне это увеличение стамины, блять. Мне похилиться, ёпта, надо, блять. Ну и опять же повторюсь, вот это типа совместная игра, а в чем, блядь, ее смысл? Вот реально, типы появились у тебя там, и пока они, блядь, лутаются, я просто нахуй умираю, потому что у меня ресурсов нету. Вот тоже, блядь, прикол. Короче, пока странно, пиздец. О, блядь, аптечка, нахуй, спасибо. Бинты, спасибо, блядь. Где ж вы нахуй в прошлой игре были, когда я столько бегал, как ебанутый, блять. Так, оружие, я так понимаю, всегда одно вот это, одинаковое, но окей. Так, я смогу перепрыгнуть? Ну, нормально. Да, типы не обязательно френдли, я это прекрасно понимаю. Которые могут быть. С нами Бьорн играет. Бьорн должен быть добрым. Эпик зомби не сильно быстрые, которые в прошлой игре за мной бежал, как ебанутый, блять. Вот это вот проблема. Вот типа отошел. Тыц-тыц. ПКМ. Раз. Все, нормально. Ну, блядь, с зомбаками, короче, пиздец, надо быть аккуратными. А их тут ебаный в рот сколько, блядь. Не, не стоит того, мне кажется, туда идти. Или стоит? Бля, может со стелса выше урон, кстати? Вот какую-то стелс-атаку бы, кстати, было бы хорошо. Повышенный урон, например. Звучит вполне логично. Вот 4 удара, блядь, со спины надо делать. Кстати, то, что удары массовые, это круто. Я думал только
Блять, единичная цель. Ты там нахуй откуда вылез, блять, гондон? Коцнули, сучки, блять. Короче, ну, срочно надо находить милишку. Ой, блядь. Вот это новости. Найс, нахуй. Так, ну тут хотя бы что-то уже есть. Боеприпасы, ну, блядь, боеприпасы для пистолета, не, это не боеприпасы для моего пистолета, сука. Самое обидное, блядь. Это боеприпасы просто для чего-то... О! Во, вот нахуй, короче. Я вот его пока куда-нибудь сюда запихаю. И возьму вот этот пистоль. Во, блядь. И на него что-то можно даже устанавливать. А как проверить... Ага, 15? Охуенно. CRC actual update. Responders, we have intel on an equipment cache available at the sawmill. Attempt recovery. Во! Арматурный стержень. Мне кажется, это мое новое топ-оружие. Все, готовьтесь, сучки, блять. Папа будет играть в бейсбол. Так, а я могу вот, например, предмет... Вот еще не хватает такой темы. Предмет, который лежит, сразу использовать, если так можно. Что такое? Трупа возле головы, что? Да ничто. Еще самодельная бомба. Ебать, для пистолета сыпят нахуй патронами. Ага, так, погоди, а вот это? Ага. Знаете, что хочу? Завязать бомбу. Или я могу ее застакать? О, бомба стакается, кстати, да? Нет, тогда ладно. Если найдем глушитель для пистолета, мне кажется, это будет вин. Страшно? Не, на самом деле атмосферненько, на самом деле. Ну что-то есть такое. Я ебать в очке, нахуй. Это, блядь, до церкви надо сейчас добраться и от нее налево пиздехать. Так, уёбкинс. Заметил меня? Заметил. Реально заметил, охуеть. Блять. Ай, блять! Ёб твою мать! С трех ударов, короче, убивает арматура. Грустно. Лезут нахуй. А вот это какой-то... Это какой-то особый зомбак, нет? Что с пингом? Ну, такая синхра говна, блять, если так вкратце можно выразиться. Не, короче, нужно... Другое оружие ближнего боя, 100 по 100 вообще.
Арматура хуйня, поскольку двух, ну, в две руки типа идет. Блять, даже запрыгнуть нельзя. Идет в две руки, а профита с этого никакого, блять. Также три удара нахуй убиваешь, ну, делаешь для убийства. О, знаете, что хочу попробовать? Что сделать надо? Не понимаю. Ну давай, падла. Ебать, а этого шотнуло нахуй. Это ж спалила, сучка. Вот этот держит, пиздец. Охуеть, он выдержал, блядь. Так, кстати, кладбище. А на кладбище может быть какая-нибудь лопата, например, как оружие ближнего боя. Давай, блядь. CRC actual update. The Ranger station has been barricaded. Responders, you'll be able to access the Ranger's equipment cache if you can enter the building and restore comms. Somebody's at the church. Listen, it's gonna be rough inside. But if you can get into the attic, we have solid intel on gear up there that you'll need for the power plant. Get in and secure what you can. Бля, я вот, ну, не хватает субтитров, я не понимаю, что вот он сказал. Типа, что-то там кто-то есть, и что-то кто-то там помочь, блядь, может, или что? Типа, если мы защитим их, то нам помогут, да? Вот как ты меня, блядь, спалил, а, уебище? О, блядь. Не, ну это позорище, нахуй. Ну вот это прям тотальное позорище, блядь. Охуеть, он выдержал ударов, блядь. Да, блядь, Неткотчик умер, это не то слово, блядь. Он просто восстал из мертвых, блядь, после этого. И еще раз умер, блядь. Хочется достать волыну и всех расстрелять, нахуй! Но придут еще больше, блядь. Есть соло-режим? Нету, нету, типа. Тут все вот на сетевом вот этом завязано. Активировать переключатели внутри. Бля, ну говно арматура. Пиздец, кал. Еще и попасть, блядь, не могу.
У тебя 60 патронов, шмаляй. Какие 60? Ты нихуя, блядь, придумал. Ой, блядь. Брат ворвется к власти. Так. Дальше. Заменить предохранитель. Чё, блядь? Перенастроить распределительную коробку. Чё, блядь? А жареных гвоздей не хочешь, блядь? Нахуй. Твари, блядь. Во имя Иисуса, Сына и Святого Духа, блядь. Падлы, блядь. Это моя церковь, нахуй. И я ее буду доить, блядь. Слышишь меня? Гондончик красноглазый. Они, кстати, эту дверь даже сломали. Пиздец. Сейчас надо загородительную штуку быстро сделать. Эй, нахуй. Вот это, блядь, тоже очень неудобно. Типа, вот я хочу быстро в руки взять его, типа, я... или я это вот так вот делаю, все, я понял. Ебать. Ебаный ротик. Иди нахуй отсюда, слышишь? Блять, отбойный молоток, кстати. Это мое новое оружие. Иди сюда, нахуй. Сучка, блять. А, блядь. Вот и все. Так, а что, у меня же доски есть? Или тут уже... А почему тут нельзя, например? Я понял. Не, этого надо стрелять. С этим играться нельзя. Слишком жесткий. Красноглазый гад. О, здесь могу заколотить. Бегающие гвозди. Все нормально. Так. Так, у меня 11 патронов. О, есть. 16 патронов, охуенно. Так, где-то здесь был свитчер. Ох ты, блядь. Съебались, ребята. Да тебе нахуй. Это красноглазый. Вот и все, блядь. Какого хуя, блядь? А чё так быстро, блядь? О, перенастроить распределительную коробку. Это мне надо наверх. А где здесь путь наверх? Это тубзик. Так, вот стейрс. Красноглазый, да? Нет.
Пизда Ивановна, блять, ладно, надо торопиться. 11 патронов. Ой, что, блядь? Ой, блядь, чё нахуй? 3А. 2А. Ой, пиздец. Да ебать, нихуя себе! Ой, блядь. Походу, я все, ребята. Отдыхай, бро. Так, 2А, 3С, 1Б. А что значит 1Б? Допустим, 6А, 2, 1А, 1А. И что? Это было интересно. Блять, ну ёб твою мать, что мне надо делать? Соедините все подходящие провода. У некоторых проводов пара нет. Блять! Ебать их тут нахуй. И чё мне делать, блять? Не, ну я хочу выполнить, мне же интересно, что он дает по квесту-то, блядь. Я просто очень много настрелял. Очень много настрелял. Пизда. Ой, пизда. Ладно, надо... Возможно, все-таки лучше уйти, блядь, пока я могу. Ага, могу ли я? А могу ли я? Это вопрос хороший. Как же вот этому типу вообще похуй было сейчас? Ой, здравствуйте. Вы тоже заинтересовались? Ай, блять, этим лутом.
Да, бомба как в лефтике работает, только, ну, как через жопу нахуй. Сука, ебался с этим квестом, все ресурсы проебал и убежал, блять. Ну ёб твою мать. Не, ну тут вообще пиздец какой-то. Так а чё убежал? Ты видел, что там нахуй происходит, блять? Не, ну хотя, может, они вышли на звук бомбы? Может, я на стелсичах смогу вернуться? Там доделать-то вообще хуйня осталась на самом деле. Просто понять, как переключаются вот эти пары. Сучка, блядь. Попомни бога, блядь. Дурында. Идет сюда тварь, блядь. А один подключаешь к один, если пары нет, не подключай. Хорошо. Так, 1А. 1А. 3А нету. 2А есть. 1Б. Нету. 6А. Нету. 2Б. Нету. А, 3А есть. Старый, ну чё ты? 3А есть. Оп. Блядь, а. Есть. Что такое случилось с тобою? Перезапусти главный источник энергии. Что это значит, блять? Вот тут он? Это он? Нет, это какая-то, блять, тусовка. А, там же рядом вижу. Блять, фонарик увидела, сучка! Блять, святой отец, вы, конечно, меня простите, но вы охуели, блять! Столько квестов с меня требовать, блять! Ну давай, блядь. Ура, блядь. Ну, она еще не закрывается, чтобы я мог нормально полутаться, естественно, блядь.
О, ботинки. Походные ботинки. Ну не надо. Так, бомба норм, бинты норм, дробовик сюда. Нет, ладно, это бинты сюда, тяжелые нахуй. Пистолет, дробовик, заебись. А я могу забаррикадироваться? Нет. Нож надо попробовать вместо этого. Да. Так, потом портативное радио. Блять, ну взять, кстати, этот. Взять магнум и к нему патроны. Ну звучит охуенно. Ну тогда давайте доски выкинем, наверное. Закрой дверь, алло, да и... А, блять, ее можно? Ебать, я, блять, я подходил, не было ешки. Ебаный в рот. Бля, буду, не было, ребята. Ну, слушайте, сейчас я могу нехуйственно стрелять, блядь, на самом-то деле. Типа, вот у меня здесь 16 на 27. Потом на дробовике у меня 2 на 46, блядь. И на магну у меня еще на 53, блядь. Так-то, а? Сейчас надо бинтами захилиться. На два раза, наверное. Угу. И аптечку. Все, ахуй. Я теперь, блядь, ближний бой вообще нахуй как будто не использую, блядь. Да мне бы, блядь, с пацанами еще скопиться. Просто они были супер далеко, когда я сдох первый раз. И, ну, мне же их ждать ебанись, сколько надо было бы. Я только поэтому пошел соло трай. Те сапоги дают, уменьшают шум шагов. Ладно, я так понимаю, понятия стелс тут, ну и вправду нету. Нахуй съебались, козлы, блять. А тут уже красноглазые, блядь. Ёб твою мать, блядь. Блядь, нихуя их тут. Восьмой уровень опасности, блядь. Лесозаготовка. Там мертвый чел какой-то, блядь. Ебать.
Лесопилка. Так, что на лесопилке? Ну, вот тут, походу, моя основная цель. Вот, они пытались заменить предохранитель, но сдохли, блядь. Ладно, нож кал. Нож калище, реально. Так что мне... А, мне надо залутать то, что внутри, походу, здесь. А для этого нужно выполнить квест локации. Какой отстой. Это пиздец. На мне по ебальнику, конечно, блять. Это пиздец, ребята. А, он по мне еще сверху бьет, блять, охуенно. Бля, ну в пизду. Это нож, это, блять, это не оружие. Это мем, блять, просто. Ну и все они идут ко мне. Конечно, блять. Так, это прошлый игрок. Кодировать я не могу, да, я так понимаю. Ага, предохранитель здесь нужен, блять. О, ебать того рот, а! Ты охуела, блять, тварь! Чё за хуета, блять? Я нахуй не понимаю, блядь. Я не могу понять просто. Из дробовика надо на ход бедра стрелять. Но я их тут всех не перестреляю, это пиздец. Да вот уж что там за телепортер, ёбаный, блять.
Поставь. Ну, ёб твою мать, ну что с тобой не так, блять, а? Пиздец, он разучился ставить бомбу нахуй на пол. Я ебал в рот, блять. Ой, пиздец, блять. О, ебать, он поставил, охуеть, блядь. Ну да, я так понимаю, у игры нет ограничений, она может мобов срать вообще бесконечно, блядь. Ну, короче, в соло пока это, ну, не играбельно. Пока такая синхра, в соло это не играбельно, потому что очень тяжело. Может, коопе, конечно, получше, но, бля, это пиздец нахуй. Я не знаю, стелс, блядь, не работает, ближний бой, блядь, не работает, стрельба, блядь, просто исчез, блядь, патрон, не работает нахуй. Пиздец, вот типы вот это не могли вставить, я так понимаю, да? Вот эту хуйню просто. Это дерьмо! Тот мудак, который заказал эту хуйню, будет. Вот это что за смув криминал, блять, бежал? Вот ему реально только музыки нахуй не хватало. Да иди нахуй, блять. А человек зомби, типа, он крепче или чё, блядь? Да ты охуел, блядь! Ты чё, ебанутый нахуй, что ли? Или он там в костюме Джаггернаута, блядь, умер? Ебанутый! Реанимировать, блядь! Сейчас, ёпта, блядь, реанимирую нахуй! Вставай, родной, блядь! Вставай, ёпта! Сейчас, блядь, реанимирую нахуй. Ой, блядь, не встает нахуй. Вот это да, блядь. Гандончик, блядь. Бля, красноглазых зомбей тоже рот ебал. Ну что это за хуйня, блядь? У меня есть какая-нибудь бомба, блядь, я не знаю. Может, у него что-то есть, блядь. Какая-нибудь взрывуха, блядь. Ебейшая. Нет, взрывухи, да? Жалко. Ну, вы там пока постойте, ребят, ладно? Я вас тут всех перещелкиваю, как дурачков. Reloaded.
Чё чел написал? Early access плюс ру контингент к момент. Чё, блять? Отслеживает 34 секунды назад. А какого хуя он смог написать? Отслеживает 34 секунды назад. У меня же всегда от часа стоял follow мод. Ебать, я убил? Охуеть, я убил, блять. Ебануться нахуй, я убил, блять. Не, ладно, забейте. Охуенное место для перераспределения коробки. Три Б есть. 6С есть. 6Б нету. 5Б нету. 4Б нету. 3А есть. Это, видимо, разраб заходил, блядь. Сделай свою игру, нахуй, ёбаный в рот, блядь. Разраб заходил, блядь. Блядь, зомби-скоролёты ебаные, блядь. Как с такой нахуй синхронизацией в них вообще, блять, возможно попасть? Давай, давай, тянись своими ручками. Дебильными, блять. Так в чем был момент? Я тоже не понял, чё к чему чел написал русский контингент, блядь. И съебался же, сука, и слова единого больше не написал. Что ты имел в виду, блядь, чел? Нам же интересно теперь. Вот пизда, блядь. А, это все, кстати. А, нет, не все. Еще пока не все. Но близко. Ёбаный насос. Ой, блядь. Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис. Выживал среди зомбаков. Выживал среди зомбаков. Это у меня концерт. Я катаюсь на пикапе. Никого вокруг нет. Только парочка взрывчаток. У меня в багажнике. И что-то там, и пусть я зомби, я вокруг безумие. Я будто бы во тне. Что-то мой дом весь в огне. Они чуют запах и идут сюда. Они очень скоро съедят меня. Выживал среди зомбаков. Ой, бля. Ну пиздец, и что мне делать, блядь? Я бегу нахуй.
Ай, блядь. Нет! Я не хочу умирать, я ж почти сделал квест. А чё мне надо сделать? Там что-то, блядь, внутри! Что, блядь, мне надо сделать? А, или вот тут? Ёбаный в рот! О, пиздец! Починить вентиляцию, нахуй! Я ж, блядь, супер-брат Марио! Да в пизду! У меня последний патрон, дайте мне нахуй застрелиться, блядь! Я ебал в рот! Ну что это за хуйня? Ой, разъеби мне ебасосины просто. Ну, я убил зомби что-то от миллиона до двух миллионов штук, мне кажется. Я хочу по сети попробовать это. Я хочу выйти хотя бы раз. Алло, мужики, шо вы там скоро до выхода, блядь? Миш, Миш, мы сдохли тоже, и там Лёха тоже дал концерт, как и ты, там в соседнем городе, если что, да? Было. У меня, бля, у меня там пацаны вообще руками махали вовсю, нахуй. Ты тоже, нахуй? Мишань, пришел к выводу, что это симулятор рок-концертов, а не игра? Блядь, бля, мужики, я так убил, реально, без шуток, миллион зомби примерно я убил. Это пиздец, блядь. Мы тоже. И просто они нахуй прут и прут, блядь. Ладно, окей, вокруг зомби пришли на шумы и так далее, но их просто спавнит, и это пиздец. А то их спавнит, ну, ты прям? Их спавнивают. Ну потому что, блядь, ну это честно, вот в соло пока невозможно. Я поэтому и хочу в коопе сыграть, чтобы меня не заспавнило в жопе, блядь. Я рефант уже нажал, если что. А, да? Ну это просто ебаный ужас. Нам очень не понравилось, там ебаный ужас, Миша, чтоб ты понимал, я наши все меня откидывало. Мужики, у меня ветеран морской пехоты. Наталья, надо идти. Неткод говна полного. Просто бля, знаете, что самое обидное? Мне очень нравится концепт. Типа вот такое хардкорное охуенно. Выживание с ресурсами, там вот это на большой карте и так далее. Но как это сделано, пока пиздец. Я, блядь, взял арматуру, нахуй, чтоб арматурой тяжелые 4 удара с двух рук, блядь, делать и не убивать зомби. Да, там прям полный ужас. Мы с дробовика стреляли. Игру покажешь, мы тоже ее застрем. Да, очень плохо. Жалко, реально не показывает. Мне кажется, я зомби штук 300 убил вот в прошлом заходе. Это пиздец. Возможно, блядь, даже больше, поверь. Я Мишаня выстрелил в голову зомби. У него красные глаза были. И шевелюра охуевшая. Я выстрелил ему в голову. Первой пулей я снял ему волосы. И красные глаза. Они скорее первая часть и Контагион, да? Это другие игры немного все-таки. Да. Совсем другие. Первая часть вообще мод. Мне поэтому и нравится, что здесь экстракшн движуха, но пока как это уебищно сделано, вообще пиздец. Это ужасно. Идея хорошая, реализация говно. Все. А что, вы все рефандили, получается? Не, еще. Я зашел в игру, но я запросил. Я рефанд. Не буду рефандить, я буду ждать это. Я буду ждать, когда игра станет нормальной, скажем так. Не, у меня и кадров там мало, и инвентарь очень медленно переключается. Короче, у меня грустно с игрой, я точно пас. Я дал пригласы. Угу, зашел. А у вас кто? А вот это вообще как-то влияет, то, что тут ветеран морской пехоты? Вот. Там перк. Первый, а, приседание увеличивает точность выстрела из винтовки и снижает отдачу. Ёбаный кал, блядь, надо было бейсболиста брать. Пизда. Я взял звезду футбола, блядь. Вот надо было его, блядь, брать. Бля, пожалуйста, заспавни нас рядом, я ебал. Ну, в соло очень тяжело. Реанимировать, блядь. Я, если что, почти сделал два квеста в соло. Но мы все закончили почти. Мы до центра дошли, там пиздец произошел просто. Там наспавнило миллиард зомби и хуй че сделает. 15% из 1000 отзывов положительные. Да, само собой, блядь, когда вы выпускаете, у вас хороший концепт, и все. Типа, больше у вас ничего нету. И в игре можно давать концерт. Все. Да. Концепт игры про концерты. Блядь, жалко, еще не было voice-метра вот этого, как у Димаса, voice-морфа, блядь. Чтобы можно было, типа, петь. Автотюн, типа, ебануть? Не, ну там, типа, voice-морф, который... Голос тебе делает такой музыкальным типом.
Я думал, это просто автотюн у него. Допустим, тот момент, когда графон не мог убить зомби без головы, да, я там, короче, блядь, был зомби. Я ножом, блядь, ну, ударил, наверное, раз 40. У него головы, нахуй, там просто, ну, она размозжена, блядь, была. Я не мог его убить. Да. А он они, стоял, они без головы ходят, а он стоял, блядь, сверху, ну, на древесине и ебашил меня. Нахуй. Кирюх, ты видел вот это вот? Здорово, кстати. Здорово, Кирилл. Что в игре происходит? В бане, да, белорус. Ты почему-то в бане. Это я ужас. Вижу крайне отрицательный отзывы. Да. А что, вы закончили уже? Нет, еще. Я еще один разочек. А мы что-то дальше регаем? Я в первую не играл, поэтому я как-то... Это совсем другая игра. Совсем другая, это разные... Но она тоже на прохождение, но там просто миссия, типа, пан. Я слышал, что там в этом... В Лайерс Баре вроде бы обнова вышло. Да, да. Да, да, но только режим на 5-6 человек не добавили, к сожалению. Это просто да. К слову. А может локдаун протокол нам надо найти, ну, всего 3 тоже, плюса? Тоже хотел сказать, но у нас... 3 плюса все равно. Вряд ли получится найти 3 плюса. Я удивлен, ну, что ты из FIFA вообще выбрался. Парочка плюсов найти. Ребята, они в Dying Light играют просто. А может, Варик? No. Бля, ну это хорошее предложение, но ты не в той компании. Не, Миша сказал, ну когда-нибудь можно будет. Ну когда-нибудь, да. Можно. Я вот прохождение Инмоста 2 года жду. Он сказал, ну да, я сыграю как-нибудь. Кого? Инмоста. Он сказал, ну я как-нибудь сыграю, Лёха. Что за Инмост? Игра хорошая такая. Вот когда-нибудь сыграет. Да сыграю, да. Ну, да. Я уже не жду, знаешь. Если ты по Варику, то это вон наверх поднимись к ребятам, которые в Dying Light играют. Там все на Варик плюсанут. Ну тут просто, наверное, 4 человека готовы. О, блядь, Алькора 100 метров, слава метров. Богу. О, наконец-то Никитос. Бегать можно, ребята! Ура, блядь. А что, ребята, игра полнейшее дерьмо прям? Полный кал, блядь. О, нет, знаешь... Задатки раз. Есть, но... Игра очень хорошая, но не сделана. Всё. Кирюх, нереальный кал! Я помню, может быть, вы знаете, как называется игра, она старенькая, где... Это такой, типа, PvP-шутерок с зомбями, где ты на мобилу должен был прозванивать. Ну да. Это Контагион. Да. Вот он похож на вот это вот? Не-не, это Extraction, это Extraction зомби сейчас, если что. Броник нашел. Броник? Это в мире зомби. Увеличивает защиту от пуль? Что, блядь? Ну тут можно и PvP устроить. Видимо, в пати не дамажит, да, а с другими типами дамажит. Да, другие типы тебя могут убить. То есть это... Я правильно понимаю, что вы ее рефандите, да? Я уже запросил рефанд, если что. Я ставлю. Я буду ждать, когда доделают. Потому что идея охуенная. Мне идея, честно, тоже нравится. Не то, что там прогрев, не прогрев, но я люблю экстракшн жанр. Да. Нам не платили, если что. Просто это действительно выглядит интересно, если бы делали так. Да, я не знаю, что она будет хорошей. Я куплю потом за большие деньги даже. Нам не платили, блядь. Так же Мишаня, который игру перед заходом выпрашивал в чате. Не, я купил. А, вы там вдвоем, кстати, рядом вообще. Да, мы с Мишаней здесь. Но у меня тут сигналка сыграла, но у меня тут какой-то перспективный лут как будто может быть. А тут как будто шифтить вообще можно на похуй, я так понимаю, да? Ебать! Большой гольчный ключ! Рядом с нами пиздит кто-то, Мишаня. Игроки? Да, тут 90 метров пиздишь. Игрок, да, пиздит. 90 метров пиздишь, Лёх. Ну, все равно. 100 метров это довольно близко тут. В этой игре. Идите нахуй сюда, суки. Ебаные нахуй. А, эльфик он в 100 метрах от нас. Да. Ай, блять, я еще пиздов пока так получаю, если честно. У вас задёр, ребята! У Джоки совсем плохо по производительности в игре. Отключает время установки заграждения. Понятно, спасибо. Купи себе комп новый, что ты тут тупой, что ли? Зомби спиной ударил, блять. Бля, огромный гаечный ключ, походу, огромная мега залупа, блять. Кал, нереальный кал. Базовая одноручка намного лучше. Да, я тоже так подумал, походу. Меньше стамины тратишь. И больше дамаж. Обьёшь нормально, да. Ну, только что сплэша нету, я так понимаю. Да, сплэш есть с одноручки. А, есть? Во, монтировка, вот это заебатая тема. Одноручная. Вот это нормальная штука. С которой Гордон Фриман бегал? Ну, немного другая. Вон такой ключ, знаешь, которым машину снимать, да? Да. Угу. Понял. Покрышки. Ой, у нас зомбак с кустов, блядь, сзади вылез. Давай, блядь, другого.
Бля, обычно трех ударов хватало ему. Но он плотнее, чем другие просто. Бля, Миш, ты видел тут мышей? Мышей не видел. Это пиздец, там такой рататуй, нахуй. Там рататуй чисто. Здоровые мыши, да? Не-не, они охуенные. Они там то по воздуху хуярят, то еще что-нибудь. Короче, мыши как добавлены? 5 мышей, понял? Но это все по факту одна мышь. То есть они в одном направлении все бегут, и им похуй на выше, ниже, они просто вот заспавнились на X высоте одной, и они по этой высоте бегут, блядь. Жестко, блядь. Воздух, не воздух. Им поебать. Здесь что-то будет. Да. Припасы. Интерес для чего? Надо места интереса искать. О! Там. А, Мишаня, да, вот, это, надо, вот это надо заебашить это быстро. А что она делает, кстати? Я не знаю, она, я ее боюсь, поэтому говорю, что... О, она... мыши, мыши, а, мыши. Рататуй, ага. Рататуй, 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 смотри. Опа, опа, блядь. Как на палочке их кого-то кто-то держит. Исчезли, о, нахуй. Исчезли, нахуй, да. Пиздец, блядь. О, хант, тяжелая винтовка, охуенно. О, нормально. А у меня тут Курт Кобейн, блядь, пришел. Ебаный. Отправляйся. Один обзор, 15% положительных. Потому что недоделка супер сильная. Ой, сзади. Давай, сзади, блядь, вы, тварь! Бабка, блядь! Охуенно встала! А может её добить надо? Нихуя себе, блядь. Пиздец, блядь, я охуел. Лежи, блядь, дальше. Да, монтировка разъёб какой-то. Монтировка разъёб. Так вот, надо место интереса найти. Найдем место интереса, охуенно... Ой, блядь, заутаемся. Ну я вот тяжелую винтовку вместе интересно нашел как раз. Нет, о, который, где надо сделать квест. А, ты про это? Это да. Это ж правда. Ну тут, в принципе, вот в наименованиях можно найти луцец. Ну вот я пришел, ну типа не квест, который у тебя указан маркером, а который, ну ты просто... доп-квесты. Да, доп-квесты по карте есть прям. Саня, ты с армированным стержнем бегал или нет? Я бегал армированным стержнем, как? Говно. Кал? Вот если ты нашел вот эту монтировку, это пока лучшее, что было. Да, окей. Все, записали тогда. Вот, вот пожарный топор, кстати, найти бы, блядь, в пожарке. Вообще было бы охуенно, мне кажется. Может, здесь пожарный топор? Я думаю, о, смотри, сколько ротатуев! Опа. Макс Фестап. В бой! Мне кажется, ротатуи могли бы тут все сгрызть. Пацаны, встретимся на наблюдательной вышке. Давай, Firewatch. Я, правда, тут залутаю все. Тут видел деревья вот так падают, опа, да, да, деревья падают. Жестко вообще. Охуенно. Разъеб механика, правда? Вот бы еще связь была нормальная, ну типа надкодик. Чтобы оно прям падало, а не дергалось в конвульсиях. Был бы разъебалось. Короче, шерстить, да, тут вообще... О, ебать, что это? Канистра с топливом. Возможно, она для чего-то пригодится. Блять. Ну тачки тут... А, заграждение забаррикадировано, интересно. Угу, арматуру нашел, обоссанную. Ну, в смысле, она просто плохая, не приписана. Я пасу на нее. Бля, я вот клюшку для гольфа найти бы. Вот эта штука вроде прикольная, но вот не знаю, вот это какая? Вот клюшка. А, вот эту я молот не пробовал. Там вроде прикольный, но хз. Ну, уже близко, по-моему. Как будто бы много стамины требует слишком. О, ебать, ты взлом замка, нахуй. А ты до этого не взломал, не взломал ни разу? Не-не, у меня его не было до этого. Там, было. Короче, смотри, просто тыкай на рандом, ну, типа, чтобы последовательность найти. А, я понял. Все, ну, как я понял. Да-да, так есть. Обязательная вышка. А, ну, тут есть какой-то квест, кстати. Да, само-само. Пробраться внутрь. О, нормально. Да, починить проводку, топливо. Топливо. Бля, там Лёха, тут ведьма. Же? Блять, она призывает, видимо, бомжей. Это вот девочку сейчас. Сучка, блять. Нахуй, пошлю. Ой, как синхре плохо, ёб твою, да. Ну, блять. Снаружи бы зачистить, пацаны, они же за нами потом пойдут. Да, вот я вот чуть-чуть я хожу тут снаружи, почищаю все, что есть. Нет, зачищать это, блять, не лутать, а зачищать от зомби надо. Не-не-не-не, тут надо прям лутать усиленно. Да-да, зачищаем. Суки, помогайте, их снаружи бабка призвала много. Я иду, я это, канистру где там заливать надо? Так, на С.
Да. Залить топливо в генератор. Вы видели генератор? Ебать как много, два. Ну так я, блядь, убил же еще. Чё, кстати, молоток этот нормальный? Молоток, ну такой себе. Генератор видели, хлопцы? Генератор? Ладно, нет. Генератор? Нет. Он зомби, у него мозг летает отдельно. Ну это ж красноглазый, нет? Был. Да, да, да. Вот просто канистра. Ладно, как будто молоточек имеет место быть, ладно. Надо найти генератор. Генер. А генер не помечается точкой никакой? Не-не-не. Должен вообще желтый быть помечен, но... Но я не вижу. Может там наверху, он конечно. Опять, пойду опять наверх пиздит. Залезу. Кто-то. С канистры. Что там? Как же плохо. Пингу. Или внутри, может? Но мне кажется, наверху, потому что кабель идет наверх почему-то. Не, мне кажется, все внизу, старик. Ну поищи в доме, если... А. Так иди по кабелю, если видишь кабель. Бля, за налобный фонарик Колымба отдал, как говорится. Ебать. Это чё нахуй? Вы сейчас слышали эту хуйню? Да, это я побери, пизданул. Пиздец. Поможешь, Лёх, с красноглазым? Ага, короче, наверх в самый конец. Самая последняя очередь. Самая последняя очередь, не-не-не-не. Не-не, я просто, ну, у нас тут зомби. Чё, генератор где-то снизу. Блядь, он... А, голова вернулась. Красноглазик не умирает, потому что... Блин, ну с трех ударов все равно, ну что за хуйня вообще, а? Так, ищем генер. Наверное, внутри где-то. В окно. Бля, их тут лезет пиздец, да. Вообще, блядь. Ладно, я хлопану себя. Вот, фонариком светите, нормальная тема. Надо забаррикадировать, у нас есть баррикадирование? Есть, 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 есть. Ну так окна забивайте. Подожди, Степану надо помочь неуязвимым, блядь. Бед не красноглазый, но, блядь, у меня красноглазый здесь. А, не, он красноглазый, блядь. Бля, красиво, ебать. Вот да, это момент. Сверху неплохой вид. Сейчас забаррикадируем. Блядь, как будто я нахуй хочу начинать стрелять, ну заебало. Ебаш, 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 ебаш. Я блять, сейчас руки возьму только. Ну и как это? Ух, а нихуя как, у меня. Опа. Артур Морган, блять. А как забаррикадировать этот рот? Зажать Е. Е? Зажать Е вот в проходе. Она... Окна. Окна не баррикадирует? Нет. Охуенно, не, окна блядь. Не может. Он сбежал оттуда. Блять, как забежал там нахуй. Окна не баррикадируют. А, так предохранители же надо поменять, ёбаные волки. Так нахуй. И генер тоже надо найти, чтобы у него залить топляк. О, вот он, все нашел. Сейчас зальем. Возьмите баррикады тоже еще. Взял. Угу. Я заполнил. Предохранитель еще один надо, да? Починить проводку. А, проводку надо. Внутри. Какую-то, блядь. А, ну вот здесь. А, ну интересно, генер. Отбойный молоток, нормально. А генер залит? Ебать, да, деревянная бейсбольная бита, нахуй! Хуя. Ебать. Интересно, кал или не кал? Как я думаю, полнейший. Двуручка же, хули. Двуручка, блядь, да. Видите, куда надо? А, вон, вон там, вот тут. Сейчас сделаю, пацаны. Вы научились это делать? У нас враг, враг. Это тип, это или человек. Йоу, йоу, йоу. Чё он говорит? Чё он говорит? Как дела, как дела, говорит? У него дробовик, блядь. Убьём его? Убьем его, убьем его. Ебо. Нельзя. Вас дамажит его? Не. Блять. Друг друга нельзя убить. Блять, все. No damage, no damage, no damage. Бля, а чё тип в чате писал? Меня так в расход, блять, пускали. Пиздобол. Куда тебя пускали, блять? По кругу. Блять, то есть тут даже нельзя убить. А нахуя мне бронежилет тогда, извините, блять. От зомби защищаться. С пулями, да? Зомби будут хуярить. Ну да. Там написано, можешь уберечь владельца от урона. От урона, вот. Но там прав для пульта. Генератор теперь надо запустить, парни. А это не вот это? Мне кажется, на улице, мне кажется. Нет, вот тут он. А, там, понял, окей. А, ну и чё, блять.
Что, вы что-то запустили? Да, я запустил. О, погнали наверх быстрее! Нет, чинить проводку теперь еще надо. Забегайте, у меня тут распределенная коробка, я ее чиню. Все, давай, я побежал наверх, точно. Распиздитый слут. Тип. Да, давай. С. Давай, он уже наверху, блять. 3Б. Реально наверху. Он наверху? Да. Заходите наверх, заходите, я не буду подключать последнего, пока вы не это. Пока вы не зайдете. Патрики. Так, хаешки тоже полный кал. Запис. Поднялись? Нет, да. Кто-то еще поднимается. Прожекторы. Вот здесь на кнопку, наверное. Да. Заходим. Так, ящик. Надо в первую очередь. Где, бля, ящик? Взял винтовку, патронный дробовик, бинты. Патроны нахуй все надо, которые можем, блять. Дробаш тоже взял. Сапоги говнотопы. Ебать, я высыпался нахуй. Ну и сука, он все патроны гандон забрал, блять. Не, пацаны, я много взял, я потом поделюсь. Я тоже сейчас успел спиздить. Бля, там тяжелые бэтбоксы есть у кого? Нет, блять. Тяжелый? Блять, ты такая хуйня, что вот он тут тип рандом, блять, ебаный, я не могу его убить, он просто пришел и спиздил ресурсы, и мы с этим ничего не можем сделать, блять. Какая же хуета, блять. Угу, спасибо, то у меня винтовочка. Просто, блять, нассал в рот, блять, тип. А мы и нахуй сделать ничего не можем, блять. А мы довольны. Нахуй нам какой-то левый тип в этой. Да. В нашей пати, условно. Блядь. Нахуй нам какой-то нахуй чел, блядь. Это, кто-то дробовик у кого-то есть из вас? Да, есть. О, у меня дохуя патронов для тебя есть, если что. Так это не дробовик, а это Лёха. А ты где? Не-не-не, вот у меня. Сейчас перебью. Вот мой дробовик. Могу тебе дать либо дробовик, либо винтовку, хочешь? У меня винтовка есть тяжелая. Окей, можешь Лёхе ее дать. Лёх, у тебя есть что-то? У меня нет ничего, да. Ничего. Давайте винтовку тяжелую дам. А чё который... с прицелом нахуй винтовки? Поменяй оружие пару раз. Ты иначе будешь целиться как... Так я, блядь, целюсь правым глазом, но вижу в левый глаз, блядь, игру. А я целиться не могу. Он отменяет прицел. Ой, блядь. Я меняю, нахуй, ничего не происходит, блядь. На Q нажми. О, все, нормально. Да. Погнали. Починилась, блядь. Так, единственное, что у меня патронов на нее нет. А, нет, есть нормально. О, че, на кордон? Ну, надо на 228 метров вот эту идти хуйню. На кордон, да. Ну да, на кордон. На кордон блю. Блять, я для Магнума же патроны еще не взял. Просто Q убить друг друга хотели? Мы ему ни разу не сказали, что мы мирные. Блять. Мы ему ни разу не сказали, что мы не будем его убивать. Я хотел заебашить с нулевой просто хотел. Его, да, блядь. Да, именно. Нахуй, у меня броник был, блин. Типа, у типа буквально наш тип. Нахуй, боже, нужен. Чел. У тебя сзади еще один, блядь. Хуёво. Бля, ну как же ему похуй на все? Красноглазики локов, вообще похуй еще, да. Хуй ужас, блядь. А пацаны сбиты нахуй дам ему. На. Хорош. Ну вот хорош, ваншот, вот биточка, да? Реально ваншоты. И все, блядь. Справа идет собак. Сейчас вот попробую. Это вот красноглазый. Слушай. Да, бита. Да, как будто бита хорошо. Я его с одной полоски стамины разъебал, если что. Неплохо. Погнали на кордон. Так погнали на кордон. Биту-то походу норм, блядь. Где у нас проход на кордон? Ебать. Вот тут, наверное. Ебать, тяжелая. Парни, тут... Ладно, это мое, бля. Да, но мы уже на кордон попали. Я снич. Не, хомяк, честно, первая часть очень старая и очень... Как-то примитивная, вот, примитивная. Типа, я с таким успехом лучше Back 4 Blood поиграю. Если в какую-то интересную зомби-выживалку. Я бы сыграл, бля. Вот даже сейчас бы купил, просто доскачал бы. Примитивно, но рабочее, да понятно.
Но красноглазик сзади мешает. Парни, еще все-таки гернотопы умеют. Ну, видимо, не надо, просто, ладно. Интересно, они стакаются? Я боюсь, что они сзади мешает. Меня за боки? Там чел, да, разберется. Что он нахуй? Ну, я же, вообще... Как же проще... Ай, блядь! Разберется нахуй! Смеяться? Не разберется, блядь! Не разобрался. Бегунчик прибежал. Как же им похуй на мой урон. На машину выбираться надо. Да, да. Концерт собирать надо. Патроны еще есть. Блять. Ну, конечно же, блять, не буду. Ой-ой-ой, я нашел набор специальных операций. Пошел, зомбак, зомбак, флексить, пошел. Пошел, толкайтесь, ебаный в рот! Тут нет, тут нельзя толкаться, по-моему. Блять. Парни, ну, меня назад килл, отталкивает. А мы тут еще можем застрять, кстати. Да, мы просто отобьемся. Вам пойти помочь? Я сейчас похиляюсь. А, ну у меня бомба, кстати, есть. А бомба нас дамажит, нет? Мне нас, мне кажется, будет дамажить. То есть тебя, твоя. Давай бомба, проверим. Нас, мне кажется, будет. Кто тут, блядь, зомби? Пиздец, блядь. Я начинаю, иди нахуй. Хорошая, да, бомба? Нормальная, как нахуй. Сейчас. Жесткая такая. Так. Вот это уже эффективнее оказалось. Все, надо уебывать, короче. О, вот это нормально было, кстати. Патрон на дробовик, винт, заебись. Пистолет. Если у кого-то есть обычный пистолет, у меня имеются патроны. Обычный, о, там... не револьвер. А, я не могу залутать. Алло? Бля, реально? Бля, очень много зомбей, очень много зомбей. Надо уходить, блять. Ну, давай уходить. Ну, какой, блядь, смысл оставаться, если мы их не вывозим? Типа, они просто спавнятся бесконечно, блять. Ну ебаный неткод говно, блядь! Шельф не ставим, что ты пошел. Я не знаю. Я там зашел, просто был тяжелый винтовка, и я решил... Я же с вами, парни. Я приведу пацанов. А что тут... Тут что-то, блядь, взрывается нахуй. Да я у тебя зомбак сзади! Леха, зомбак! Красноглазый! Я пока не помогу. Помогу. А я его... Не с вами. Не красноглазый это был? Да. Так, парни, вам надо хил? Красноглазый не со мной. У меня, да, у меня пока норм. Ладно, по хилу. Пока сделаю жесткую тему. Бинтик где-то есть? Я могу. Все остальное. Да, бинтик есть. Сниму. О, новый бинтик. Зайти зомби! Молится он тебя! Я скинул. Вот лежит. Ага, фанатка спасибо. Еще одна. Спасибо. У меня просто набор медицинский с собой. О, не, пока не трать точно. Не, ну сразу чувствуется, что Наталья морская пехота в выживаемости лучше. Ну давай, меняй. Бля, ну пацаны, я б тут пока не стрелял, если честно. Да, согласен. О, чел сдох. Туда ему нахуй и надо, блять. Он умер. Мне хуй патроны воровать. О, надо с него забрать все. Да похуй. Драйвера отдали, которые сегодня вышли для No More Human Hell. Не, я вообще драйвера, блядь, через месяц только обновляю. Фак, бля, я нихуя не стану стабильными. Че за хуйня? У нас зомби повлезало, да хуя. У меня баг какой. Залитоплю в генератор. Ой, блядь, как будто пострелять надо. Блядь. Бегунов до хуя. Да, тут очень много зомби. Сапоги возьмите, парни. Спасибо, это. Бля, я бью что-то нахуй, силуэты какие-то, ну. Слышь, Мик? Все, чё. Под тобой ботинки, видишь?
Да нет, бля, я зомби тут вот башу, который перелазит к нам пока что. Жалко, я забаррикадировать это не могу. Да, очень хотелось бы, это правда. Так, один предохранитель вставил. Я телепортация, люблю такое. Ебать, что происходит, ну? Мишаня, что это было за раскрутка, блядь? Я не знаю. Ты не слышал такую? Нет. У меня там как будто ты 1000 ударов в секунду сделал, если что. Я? Да, да, да. Ура, 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 я, блядь, ура, ура, ура. Да, я жесткий. Жесткий? Жесткий. Зен яи. Апара жосука хирашихаги. Вот он, я обычный. Это имба. Бля, красноглазый у меня. Михаил, поймешь? Да. Блять, больно. Здорово, фидэмэдж. Я хилюсь, походу. Давай, давай. Ты меня свети, главное. Все, готов. Hold up, gotta heal. Сука, они все равно, блять, идут. Ну мы же по стелсу, ёб твою мать. Да, да, им похуй вообще. И мы не стреляли, бля. Ой, ебать, тут в главном зале пиздец, Мих. Я иду сейчас, мне надо... Так, запускать вам генератор, мужики? Запускай, конечно, блять. Да, конечно, да. Если понять, что-то после номерома, там, фан, гольф, напишите, ладно? Окей, окей. Не, ну битая МВП, пиздец, конечно. Бита ахуй вообще. Мужики, вы видели, что я нашел? Блин, а катана, интересно, есть? Сейчас я проверю. Катана в зомби-играх? Мужики, это, дайте мне зомбаков, дайте мне зомбаков этих, блядь. У тебя катана, ну, что ли, Лёв? Да! Лучше только, блядь. О, пожарный что топор, это, да? Маньяк с топором? Жестко. Не, вот пожарный топор, мне кажется, должен быть вообще заебись. О, блядь, какой он охуенный. Вот, вот, игра-то раскрывается, ребята. Это вот эти челы, которые 15% ставили положительных отзывов. Они нубики, блядь, даже не дошли нахуй. Вести код, полученный от лесника. Какого нахуй лесника, блядь? Ебать, у него борода выросла после удара. Где код, блядь? Мы не знаем, у нас лесника нет. Так, а есть какой-то код, погоди, какой тебе код? Радио 1.2 или радио 3.4? 1.2. А зомби? 1.2. Ай, блядь. А зомби-то? Да ты охуела. Я пойду сейчас попробую заблочить все эти двери. Пробую. Это пиздец. Надеюсь, у меня это получится сделать. Чем мы такого занукли? Да сдохни уже. Ой, мне больно. Так, двойные двери не баррикадируются. Все, я забил окна. Я тоже забил одно. О, а, окна? Бля. Окна, да, смог забить. О, как, блядь? Тоже охуел, не знаю. У меня там нету нихуя. Так, давай их вот 1-2 сейчас врублю. Блядь, вот это кто убежал и зомбака оставил? А, я сам найду сейчас слово. Так, 1-2, 258-4-5. Я просто скилял. Бля, вот это забаррикадировал окна. Ладно. 58-4-5. А второй... 7-1-5-7-5-6. Забаррикадировал окно так, что оно сломалось через секунду. В процессе, парни. Блин, ну они идут без остановки, нахуй! Ну чё за бред, блядь? Энтри, блядь. Охуенный код, пацаны. Строчки пошли по пизде. Просто, блядь, бесконечные, нахуй. Ну, типа и такие. А напоминаю, блядь, мы ни одного выстрела нахуй не сделали. Да. Напоминаю, блядь. Как сделать игру сложнее? Давайте, чтобы зомби спавнились. Просто тупо потому, что могут. Завершено, парни. Завершено? Хорош, блядь. Там лежать надо что-то на другом компе. Ну, продержаться до открытия тайника, парни. Пиздец, блядь. А где открывается? Это красноглазый, блядь. Умер. За медведем, да. Слава богу, нахуй. Это все, пацаны. Ура, блядь. Уебать тут стволом. Мы можем закрыть вот эту дверь и забаррикадировать, если что. Да не, просто закрыть, они не зайдут сюда. Да, вот тут стволов пиздец, парни. О, вот я хочу вот этот пистолетик нормальный. Можно возьму? Давай, давай. Давай, я с магнумом побегаю. Можете брать себе винтовку. Блядь. Вот на магнум. Еще на дробовик, кстати, никто с патроны скинул. Сейчас я скину хуйню какую-нибудь.
Так, я себя полностью патронами забил, сейчас то, что не нужно. А, ну я вот патрон для пистолета. Да, давай. Бы. Патрон для пистолета? Есть, да. Держи, смотри. Бля, ну почему раз. Я не могу залутать это? Ну, огромное количество патронов для пистолета. А где? Ага, вижу. Вот сзади. Охуенно. Там МС-15 парни, не хотите винтовочку взять? Патронов у нее тут дохуя. Патронов дохуя на нее? Давай возьму. Да, да, вон она. Вон аптечек, давай. Блядь, всяких разных. А я еще тоже... Не, не буду пока ставить, ладно. Ладно, вот этот, блядь, выкину. Ох, блядь, это что за скример сейчас был? Бля, ну это очень много патронов, жалко все терять. Так, для дробовика кому нужны патроны? Это у Никитоса вот. Да, держи, да, 57 патронов для дробовика. А вот снизу вот эту хуйню я не могу взять. Может, это предмет бы, блядь, какой-нибудь типа 75. Рюкзака нахуй еще тоже было бы классно. Да, это пиздец. Легкие. Парни, возьмите вот эти патроны и выкиньте их, пожалуйста. Для дробовика? Да, да. У меня инвентарь заполнен, пишет. Сейчас сделаем. Оп, смотри, взял, выкинул. Ага, а то они меня забагались просто. Охуенно. Бля, чё не шоу, суки, они дали. А, аптечки стакаются, если что, ёбаный в рот. Да, некоторые аптечки можно по несколько носить. Да. Две, по-моему, или три. Кабинты. Вот три, блядь, да, я взял. А чё, блядь, какие-то особенные нахуй или чё, блядь? Да. Она онлайн, да, это вообще... Это ужас, короче, они её. Но хорошая. Вот ты думаешь теперь, что я сказал. Так, тут ещё патроны для дробовика лежат, мужики, если что. Угу. Смотрите. Окей, ребят, я кабаб закажу. СВТ возьми, голова левая, стойк. СВТ левая. Да, там СВТ-шка, он внизу лежит, в самом низу. А, да, жёстко. М14 только. Ну, так она на тяжёлых боеприпасах. Она тяжелая, думаешь? Да. Да, я тогда заменю свой хантер. Нее. Конечно, да. Так лучше сделать. Да. О, а сделаем. Тут они, блядь, заэтовались нахуй, закомбинились. Ты чё, сука, блядь? Так, магнум патрон. Да, оно багает. Этого. Оно выкидываешь хуйню, и оно багает. Резерва. Ну, стакает, если чё. Если выкидываешь. Для этого. Тут есть хаешка еще. Если что, боеприпасы для пистолета? Не, хаешка колпол. Боеприпасы для пистолета? Где? Угу, вон там лежит. О. Бля, у меня боеприпасы для пистолета 145 штук, нахуй. В рюкзаке, все, блядь. Все игроки убиты при исполнении другие, если что. Да? Отлично, ребята, мы последние. Жестко, мы последние, пацаны. Мы легендочки. Потому что мы сделаем это, блядь. Но как нам теперь выбираться, я хуй знает. Открываем двери и ебашим просто. Согласен. Ну, давай. А может скинем тут самопальные эти хаешки? Большое. Да зачем нахуй все вот так? Спасибо за перепортисейшн. Как будто бы можно реально самопальные хаешки. У меня топор? О, я скину. Хорошо. Главное двери закройте потом. Давай, да. Да, не кидаю хаешку. Оно не дамажит, оно не дамажит. А я закрою. И фраг гранат еще можно. Блин, а им похуй, видишь? Да, им похуй, реально. Им похуй. Охуенно, да, мины, которые на полу стоят. Вот это вот было, да. Блять, аккуратнее. Выкидываешь? А чё выкидывать? Они же не дамажат их. Там есть хаеш. Да похуй, но всё ещё может. Да в пизду. Нет, там очень мало урона. Ну ладно, похуй. Да всё, выбираемся. Можем просто класс, выйти и убежать. Ебать, я сейчас ВПС, блять. Думаю, похмуру. Наверху лутали, да, там все? Нет, по-моему, вообще идет типа. Вот тут нахуй просто выпрыгиваем, блять, и все, и ебашим вон туда на точку, куда нам надо. Ща, вот гоблин заработает. Ну туда. Ну, блять, смотрите. О, патрон для дробовика. Бля, вот найти бы дробовик мой в прошлой катке. О, да. У меня просто патронов на дробовик 120 за 5 сейчас. Ладно, тут нихуя. Мув, зомби, блять, спавнятся нахуй, пока мы дрочим. Я согласен, надо уходить, потому что отспаун зомби, это еблан какой-то придумал. Бегуны. Ой, зря выстрел, ну ладно. А, да, похуй вообще. Новые бегунки просто прибегут. Они пока самые мастерские твари. Похую. Так, там тут гнезды. Тут полдэмэдж есть, если еще есть. Ой, пизда. Походу... Не, нормально заслайдил. Ух, пизда, заслайдил на почти на фул хп, если че. Жестко, бля, я выжил. А есть аптечка у кого? Да. А я застрял, мужики.
Там мне нуля. Классная игра. Вообще охуенно. Ты реально застрял? Бля, Лёха, у тебя зомби сверху. Да. Ну его я убью, блядь. Но игра охуенная, нахуй. Ребята, вот, блядь, сука, наберите вы нахуй хотя бы стримеров, блядь, и между ними тестирование проведите, уёбки. Ну неужели, блядь, сложно затестировать продукт? Мы к тебе уже, старик, не поднимемся, скорее всего. Не, да, а я умер в зоне, умер в зоне. Тут, типа, как невидимая стена блочит на этот камень. Скинь топор! Не, хуй, я попробую выбраться. Пробуй выбраться, блядь. Давай, пока никто с дальше продвинемся. Чё нам тут зомби скапливать? Неужели вы, блядь, не проводили никакие тесты и... Какой-то, блядь, долбоёб сказал, да, игра в хорошем состоянии, можно выпустить. Это же ранний доступ, Лёх, ну чё ты доёбываешься, блядь? Ну, блядь, какой ранний нахуй ранний доступ, блядь? У них ранний доступ к жизни, блядь, слишком, походу, был. Уалда! Не, ну, кстати, я могу... Ой, ебать, я могу сказать, что у меня ранний доступ к жизни был. Ну, это хорошо. Да нет, на самом деле. Нет? У меня из-за этого проблемы со здоровьем были, но это, типа, шутка про недоношенность. Но, ладно. Жесть. Ебать, я походу смог выбраться. Хорош, а, ебать. Только я выбрался туда, где теперь я умру. Поднимите меня, если я умру. Бегуны пришли. Парни, парни. Отходите в мою сторону. Нет саморез. А, наверное, есть. Шприц должен быть для саморез. А, нет, нормально? Я как-то смог. Ну, они, да, они, блядь, в огонь заходят, пойдет. Нахуй, поджигаются. Там просто есть боеприпасы для пистолета. Да, блядь, Никитос, что, мало боеприпасов, что ли? Ну, мало ли. Да нет, нормально, старик. Окей. Так, для магазина нормально. Нормально. Бля, не, ну вот бита... На дробовик? Бита, это другое вообще дело, блядь. 200 патронов на дробовик. Пиздец, блядь. Так, я, короче, тыкаю пульт. Ебать, кувалда ваншотнула. Е зажечь. Боеприпасы для пистолета нужны кому-то? Ебать, я горю. Ебать, я горю. А, чё, блядь, делать нахуй? А всё, Никитончик, да выёбывался, блядь. Всё, старичок. Прощай, Никита. Хи-хи-хи-хи. Ты был хорошим парнем. Чё, мы их рукопашку ещё ебали? Так, смотрю на красного, сколько кувалда ебанёт. Ну, 4 удара дал. Блядь! Нихуя, это чё, блядь? Это скример, блядь, называется. Ебануться нахуй! А меня сейчас... Меня сейчас выебут, скример, блядь! Помогу! Нормально. О! Увидел отспаун зомби в прямом эфире. Бля, Никитос, а у тебя тоже зажечь? Не нажимай, не нажимай. Понял. Я вот зажёгся. Ай, блядь, мне больно, пиздец. Ну, нормально, помогу сейчас. Я ещё поставлю сейчас хилку нам. Суси хилку. Смотри. Готов? Давай. Так. Оп, ставлю. Блядь, ну давай. Ну появись, сука. О, вот это пинга. Ну пыло, что? О. О. Хорош. Нихуя. Да. Пинба, за зомбаки только идут, блядь. Да похуй, бежитесь. От задних я вас прикрою. Блядь, сейчас тогда мне надо... А, нет, это красноглазик. Хотя... Пишешь, что инвентарь заполнен, а он не заполнен. Интересно. Я наверх поднимаю парни. Смотри, что там. Или ты уже набирал, да, набирался. Имба пожарный вообще. Ну кувалда тоже ваншоты. Неплохая. Кувалда неплохая. Топор тупо ваншотит. Да сука, нажимаю 4, алло, блядь. Поменяй на другой слот. Или на кьюшку нажми. Такое бывает. Или выкинь, подними. Да. Ёбаный насос, блядь. Да. Ну как будто знаешь, студент делал. Крупная запрещаю студия, вам кстати. Перевязываться, да в натуре, блять. Достаточно. Хуенно, чел хуярит, блять. Все, бомба. Идем, пацаны. Это ж бегуночек, ему тоже похуй, как и красноглазик. Блять, а я что-то... Ой, блять, у меня походу... У меня гантелю, блять, ко мне привязали, я не знаю. А, пошутить не можешь, да? Ну типа. Ну все. Удачи тебе, передвижение не пешком. Прыжок. Банихоп. Я так и делал. Так побыстрее вы. Банихоп это... Да, бля, неприятненько. А чё вы вот ресурсы не подбираете? Ценные нам же на выживание надо, пацаны. Чтоб, да, чтоб следующий рейд был легче. Будет. Есть PvP режим? Пока я походу нету. Ну, блять, учитывая, как мы пытались убить типа, у нас это не получилось, нихуя не. Не, ну может мы запустили что-то не то, но там вроде другой режим нельзя запустить. Маркером.
Бля, пошли мы с них, а? Почему, блядь? Да не, я бы лучше убивал, они сзади нам по жопе надают. Да, они в любом случае нам же по жопе поднадают. Не-не, мы должны дойти до конца. Блять, ну что, у меня одного оставили с Краснюком. Да у тебя ж бита, который его... Бита, блять, я ж стамину-то до этого тратил на других зомбей. Ну а я ему скинулся тоже вместе с тобой. Короче, ему должно нахуй быть приятно. Короче, не, мне повезло, что он просто меня не ударил. Не-не-не. Там все просчитано было. Ой, никто, давай бомбу, бомбу-то отдам, бомбочку. На импакте, на импакте. Оба, оба, пошла. Пока. Ой, дурочка! Ой-ой-ой, сумасшедшая гранатка. Вот я, если бы в лефте эта граната так работала, то о, выжившие бы с первой волны нахуй отлетали. Сзади бегуны, сзади бегуны. О нет, о нет. Ай, бля. Меня забирают ноги. Я стреляю. Можно пропрыгнуть наверх, парни, это же хуй на них вообще. А, ну Мишаня не сможет пропрыгнуть, к сожалению. Бля, меня ебут жестко. Меня ебут! Нормально, я запрыгнул. Прикрываю, прикрываю, запрыгивай. Они к нам, блядь, запрыгивают. А тут они, значит, умеют лазить, блядь. Да. Их местах не умеют. Надо вниз прыгнуть, конечно. Вон туда? Давай. Да, вот сюда вот. Мне кажется, это держу. Большая ошибка. Ну ладно. Нормально, нормально. Не-не, нормально. Нихуя тут нема. И лута тоже. Внутри палатки. Мне кажется, нихуя. Просто так вот этот ящик, хочешь сказать, это не лут? Ящик с оружием, а? Какой большой ящик с надписью пошел нахуй, блять. Целый ящик с лутом. Нам на кнопку нажать по-любому надо. Бля, я. Мне кажется, мы реально зря спрыгнули, блять. Не-не-не. Только не здесь, наверное. Мне кажется, нам похуй. Вот здесь можно забраться, парни. Ну там теперь зомбей много, блядь. Не-не-не, вот по этой хуйне. По этой хуйне просто заходите на нее и все. Блядь, ну я опять не могу нахуй кинуть гранату. Ну ёпт. Вот сюда как будто ошибка будет. А, так тут проход. Там он прям под тобой есть. Так, смотри, бак, гранаты. Ну ладно, убила, убила. Да. В этот раз граната дала о себе знать. Помогу Мишаньке. А, я полечусь просто. Пули, блядь, патронов там много. Там все ноги поотъебывало, блядь. Это кто, блядь? Реально Михаил. Стрелять как будто бы слишком ошибка, но... Нормально. Погнали. Патронов... Похуй, погол. Патронов дохуя. Надеюсь, код защитный будет. Еще тут надо, походу, электричество будет вырубать. Аккуратно под ноги. Не заходите в лужи. В лужи? В огонь тоже не заходите. Да, да, тут электризованная лужа. Выкручу один. Охуеть, ну такое, если... Геймплей, да? Ты что, живой, блядь? Бля, если бы я такое увидел, нахуй... Бля, что я там? Бы обосрался. Туда он, да? Что это? Это, ух ты, мне хуя, блядь, зомбей. А слушай, позабать его на этот, на молнию попробуем. На токи-токи, давай. Ебать, он скользит, он скользит. А, это должно быть внутри было. Как же ему плохо. Вывод. А, нет, не, ух, ебать, он упал. Ну давайте, ребята. Ну-ка. Мужики. Как оно? Ну им просто анимацию забыли нарисовать. Да, да. Думаю, а им не похуй? Не-не-не, они сейчас упадут, смотри. Хотя он, может, упал, потому что устал. Он, мне кажется, просто прилег отдохнуть. Не, это красноглазые, поэтому им вот больше дэмэджа надо. Просто. Все красноглазые? 4 штуки? Да, как бы. Сейчас, парни. Бля, пацаны, мне кажется, они как Стражи Галактики за руки взялись, и им похуй теперь. Они, блядь, они напитываются нахуй этой... Они сейчас нас будут только хуярить в ответ, ребят. Надо убивать. Да, надо убивать. И тех задних тоже надо по-хорошему.
А я так понимаю, тут все почти красные, блядь. Мы там снизу вырубиться. Нам не надо вырубиться далеко, честно. Но это не красноглазик был, кстати. Я так понимаю, нам сюда сейчас. Ну, я думаю, да, Никитос. Куда? Ну, вот там сверху надо было пройти. Перепрыг. Угу. Не вижу. Ну, а что, сюда надо спускаться? Ай, блядь. На глазик. Да, больно хорош. Делает. Я похиляюсь сейчас, наверное. Хиляюсь. А нам же найти код надо еще этот. Да. Среди всего этого говна. Найти. А вон тут он, наверное. А он, наверное, у типа, да, он подсвеченный такой лежит. Что-то выключил. Это серваки, нахуй. Как бы... Блядь, я тут не выключил. Да, да, вон там он лежит. А мне похуй, я забрал. С другой забрал стороны, так. Возможно. А я забрал так, да? Дарнджена. Хорош. Я телекинезом воспользовался, ёб. А чё, а какой код? Всё, просто юзни его. Просто юзни, я открою. Ох ты, откуда у вас тут? Заспавнило прямо на моих глазах, блядь. А вообще охуенно, бля, ребята. На... Блядь, просто зачем? Зачем добавлять спаун зомбаков, нахуй? И так-то охуенно. Да. Ну, тут медицина есть, если что. Ну, я просто бинтик возьму. Давай, я аптеку. Делать его нахуй. А что, тут зомбаков нет, я так понимаю. А что у нас за цель? С. Отремонтируйте ферму пепла. А дверь вот эту сзади можно закрыть? Ферму пепла. Ну, пепа. Ферму пепа. По пепа гемма боре. Ебать, а где ручка? Ребята, а как зайти? А все нахуй. Ферма Пеппа. Ебать, это наша пипец. Могила. Пиздец, как же это недоработано, блядь. Так. Подстанция. У меня вот тут есть проход. Да, давай, да. Погнали. Красноглазик. Ебать, тут типов, ребята. Да. Да просто пробегайте. Бегуны тебе так не скажут, блядь. Бегуны пососут. А с бегуном-то до воздушной забраться будет. Да? Так что да, беги мишень тоже. Так, как туда лучше пролезть? Ладно, похуй. Ща я тут бомб наставлю, пацаны, нормально зона будет. Зона обработки залы. Ну-ка. Пык. Уууу! Дэм, нихуя, блядь. Да, тут нормально. Это стационарная мина от класса. Ай, блядь. Смотри, смотри, вороны, смотри, какие вороны. Там да не пугает. Я же говорю. Не-не, иди сюда, иди именно прям посмотри на них, Эль. Ебать, зомби заспавнился! Да смотрите, так. Смотри, ты смотри, как в них много полигонов. Ебать они. А что с их головами, блядь? У них полиморфизм какой-то или что, я не понимаю. Да, им головам хуёво. Мишаня, посмотри на головы ворон, блядь. Это пиздец. Головы ворон? Да. Где? Вон. А. Прямо куда мы смотрим? Да, блять, там вороны, два кадра, нахуй. Ну да. Пиздец. И два полигона. Крайтек. Не летают, Крайтек, видели ворон, нахуй? Ой, бля. Ладно, нормально. Идем. Терпим, ребята. Вся игра в форме пеплы. О, а там Рататуй был. Ты видел Мишаня Рататуя? Да, мы видели Рататуев до этого, уж все нормально. Вон, побежали Рататуя. Так, ой, блядь, ой, ой! А тут не бегай по газу. Газик, да, ёбаный в рот. Чем ты бегаешь по газу? А чё он крыса? Он не крыса, он газ. Парни, предохранитель нужно найти. Нашел. Хорош. Так, ставил один. Так, они обычно прям рядом лежат. Распределительную коробку делаю. Патроны для пистолета. 4С нету, 5С. Есть. 3А. Блядь! Есть. 4Б. Ёб твою мать, блядь! 3Б нету. Сдался? 4А. Есть. Все, починил, парни. Это дерьмо? Блядь, там летучие мыши вылетели, но они вылетели без текстуры, блядь. Вообще без ничего. А где еще надо? А, вон вижу, где надо починить. Ужасно. Да, почини. И у меня тут какая-то вот... Бакл-хдро. Опа. Уо-хо-хо-хо, нихуя их тут, блядь. Рататуя? Да.
Так а чё, вы чё-то не зачинили? Я внизу кричу. I have a stronger core. Gotta reload. I'm... Reloading. Чё это для... Вон хомячков, но бегут, а, блять, да. Кидать шишку фейковую. О, всё. Запущено. Переспустись основную систему, что-то я это и вижу уже. Да. Бро, это, по-моему, тот же самый завод. А, это тот же, так это всегда, это же центр. Центр карты. Тут одно и то же. Ну, патронов в этот раз у меня 200, если что, на топовике. Да, у меня тоже такое. Мы видим какую-то фильтрацию, блядь. У меня уже меньше, на самом деле. И зомби все умирают. Фильтр. Мы пердим в этом. Бля, а вы что, вообще бомбы никакие не брали? Тут столько их можно разом ебашить, блядь. Не, нахуй бомба. А смысл тебе убивать толпу зомбаков, если она заспавнится сразу же? Ну не сразу же, но все равно. Ну там, блядь, минимальная разница по времени. А на этот раз мы лучше подготовлены. Это правда. А вы уверены, что сюда надо ходить? Да, 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 нам сюда, да, и здесь да. Коды ебаные надо выводить. Баррикады бы сюда еще ебануть. Не-не-не, не стреляем. Не стреляйте здесь, не стреляйте. Не стреляй. Нас вперед, да, пиздец. Я же сказал несколько блядь, раз. Блядь, пиздец. Тут у тебя весь завод будет в зомбаках, нахуй. Да. Весь. Тут полный пиздец. Так, смотрю, коды. Начнем. Ну это жестко, 8, 6, 0, нахуй. 8-6-0-16. 8-6-0-16. А, так тут написано, блядь. Саня не мог разобраться, что тут написано. Так, да, там написано какой код, но там... Дальше, допустим, что там, красненькую хуйню. Я пошел с красненькую хуйню делать. Да, я направо, наверное. Блять. Тут с моей стороны их много, если что, идет. Ну ты настрелял там, потому что... Так если, блядь, мне не помочь, я еще больше настреляю, нахуй. Ладно, сейчас мы тебе это прикроем. Сейчас я тут наделываю. Не, ну хотя ладно, ладно, вроде более-менее справляюсь. Я свою сделал. Я свою тоже сделал. Все нормально. Надо теперь на другие идти. Работать. А мне кажется, они сейчас из-за шума все равно набегут, блядь, или что-то начали. Как я люблю эти спавны. Че там, как справляетесь? О, да, ебать, да, там это... пошло, мужики. Ебать, там зомбаков. Серьезно? Были бы бомбы. Да. Ладно, сейчас поймем. Они будут бесконечно переть. Нам нужно просто быстро сделать. О, ну да, я вижу. Ебануться нахуй. Кайф, заспаунило. Люблю спаун. Я свой сделал. Там пиздец. Тоже делал. Там еще какая-то далекая стимс. Подожди, что за правая? Ебаная рука. Погоди, они вырубились или что? Бля, у нас в центре уже пиздота. У нас тут пиздец. А, нам нужно поддерживать подачу энергии, ребят. Это то есть надо включать везде там, да, периодически? Походу, да, туда-сюда бегать и включать. Ну что, мы начинаем. Нет, стрелять. Нет, кот мне надо, мне за кадр надо. Ой, пизда. Надо стрелять теперь, да, блядь, потому что уже... Подкавайте меня сейчас чуть-чуть просто. Да-да, я вот пытаюсь прикрыть. Так, я посмотрю, что там идет. Подача воды, окей. Куча воды. 880763. Эльф у меня перезаряд сейчас будет. 880763. Есть. Нормально. На мальчик перезапустить снова надо. Пойдем. Ты налево, я направо пошел. Давай, да. Я просто на себя отвлекаю, тут много их. Да ебать, текстура охуенная. Да ебать, так, я вообще текстура сделал. Я пошел на следующую. Бля, я сейчас умру нахуй, это пиздец. Поднимусь, конечно.
Я иду на заднюю. А что тут надо делать? Ой, я не... Блять, он... Предохранители всякие. Да, я понял. Возьми аптечку, брат. В чем сложность? Сука, возьми ап... Ой, блядь. А, есть? Блядь, смех. Кулечка. Бля, долго вот эту хуйню надо поддерживать. Не, уже на центре нужно сейчас. Ой, да, иду на центр. Давай. Я так понимаю, эта хуйня просто ускоряет прогресс. Maybe yes, maybe no. А что надо сделать? Я вот смотрю коды, и да, чё? Да, смотри, там сейчас написан этот, сейчас скажешь мне, который я скажу, секунду. Мне нужен соединение ротаторов. Соединение ротаторов 419-907. Так, дальше надо активировать. Я напомню. Хочется, сука, прыгнуть, одни красники уже идут, блять. Можно сразу просто врубать два и там уже корректировать пару момент. Cover while I reload. Я свой врубил. Я пойду на следующие 4 метра, но тут, блять. А у меня патронов-то все нахуй. Хуй так, да нихуя. Пойду на Михин. Пока самые хуёвые враги это бегунки из-за того, что у тебя нету находа нормального, блять. Да. Это пиздец. Никого не поменьше, как будто стало. Не, у меня тоже, бля, очень неприятно. Все дёргано рывками, блять. Да, да, да. Не, я про типа. А, бегунков? Возможно, мы заспамили убил. Много обычных зомбаков, а бегунков убили, и поэтому бегунков меньше. Да, у Мишани там, но у него там пиздец того. Ну да. Опять вход. Да, я там. Так, мне надо переключение турбины. Мне колпуны надо сюда пора. Да мы пока... Нема. Да, мы пока не можем. Пока. А у тебя Лёха тоже по патронам пиздец, да? Пизда, ты походу... прикрываешь, я запускаю. Стамина у меня не вечная. Ага. Парни, пиздец, бог. Отходи, отходи. Как угодно. Тебе какие мишени нужны, патроны, быстренько? Пистолетные. Пистолетные? Да, я помечал, но больше их нет. Ой. Чё, блять? А, выкинь и подними. Да. Я бегу пролив. Парни, вам желательно в центр, чтобы мы дальше выполняли задание. Здесь пиздец уже полный вообще. А, ну да, ну там 5 патронов на винтовке, блять, это ж вообще пыль. Что меня бьет, блядь? Куда ты нахуй здесь? Никто сзади? Понимаю, хилиться надо. Кто-то тут пиздец уже их. Надо их вывести из центра, видимо. Как-то. Ну, конечно. А вот были бы бомбы! 6-6, давайте 1-5. Все, на выход с центра. Опять перезапустить не надо. Ну это тупость, пиздец, блять. Одно и то же задание, нахуй. Еще раз, блять. Да тут. Я бы сказал, тут много тупости. Куда, блять? В этой хуйне. Ты кр...
красноглазик или чё, блядь? Чё у тебя так хп много, гандон, блядь? Бля, просто так меня убирает нахуй из этого. Пошёл другие это. Классно, блядь. Пошёл нахуй, брат. Так, как я надеюсь, что они все умрут, блядь, просто в какой-то момент? Помогу телеку, думаю. Мне пиздец больно. Банный код говна. У меня персонаж на дробовик. Покажи, блядь. 105. Я чё-то, если честно, не понял, блядь, как я... А как я в прошлый раз это делал? Ну, там подобрать нужно. А, ёбан. Я сразу везде жму по две, блядь. Да, примерно по две, а потом просто переключаешь. Да, да, корректируешь. Бля, и оно само выкидывает тебя ещё из этой хуйни. О, о! О, начать ура! Блокировку. Начать блокировку, но это надо лететь туда в центр теперь. Нажал. Заходи, заходи, заходи. Продержаться до прибытия вертолета, блять. А вертолет куда прибудет? Прям внутрь нахуй? Нам же, наверное, прибыть надо. 100 метров. Где? Ты видишь? Стой, на цены жмите. А, вижу, да. Где вертолет. Блять, ну не прыгай! Ой, хуй, блять, ладно, нормально. Давай, давай. Там чисто как в Half-Life, блять, озвучка. Да, кстати. Как в КС-ке кому там привычнее. О, блять, вот сейчас нужно, наверное, гранаты иметь. Если бы они работали нормально. Ну, да, в грены условно. Тут все в красноглазиках. Мих, я тебе сейчас винтовку скину с патронами. Да нормально. Да у меня дохуя, у меня просто дробовик на сотку. Кинул, Мих. Ой, блядь. Давай, давай, давай. Да. Ай, блядь. Винтовка, нет? Да у меня же есть винтовка, а, эта, окей, блядь. Алёха, тут нашёл слайки. Тут Патричи мужики. А на вас уже вертолет. Уходим. Молчит, блядь. Молчит. Уходим, ребята. Уходим, блядь. А где? Прибыл. А где? Вон он наверху. В обход. Куда? В обход можно обойти. Вот сюда. Ну обойти. Кругольком. Кругольком. Вот здесь. Пометили. Да меня жрут. Пометили. Жрут. Отходите, пацаны. Кушают. Заходите. О боже. Ура, отходите. Победа! О, нормально. Мы выбираемся, аллилуйя. Хочешь выпасть? Не, наверное, не даст тебя выпасть. Фу, бля. Слава богу, хоть минут есть. Ой, бля. Мы сделали это, блядь. Не. Вот, хорошая игра, если бы на ней. Блядь, работало бы это все нормально, это вообще было бы охуенно, блядь. Но как оно работает сейчас, это просто пиздец, блядь. Тихий ужас, просто тихий ужас. А припасы, ребят, игра пока PvP нет. Походу. Припасы это экспа, которую ты получишь, mm-hmm. Да. Охуенно. Вау, мне дало перк. А, можно выбрать перк, вау. Ну-ка, что там за перки нам дало? Давай посмотрим. А я такой персонаж, и у меня нихуя не происходит. Так. А я не вижу на себя грани. Даже, блять. Да все, бро, у тебя спиздили. Вот дальше ты не эвакуировался. Состояние. О, выберите навык, блядь. Атлет, тихая походка, приток адреналина. Охуенно. Зорки, лазерон, тяжелый хиток меньше снижается, дробовики выпускают больше заряд дроби, блять. Охуенно. А нахуя вы тише передвигаетесь, если за боком похуй? Похуй. Да. Да. Увеличивает выносливость, наверное, самый пиздатый перк. Я и взял его, да. Ладно, футболист красавчик, выполнил миссию. Ебать, это надо вот челом, который нахуй не умирает, или это прокачка навсегда на эти... Нет, это опыт, чело. Нет, опыт навсегда, вот слева навыки. Справа которые... сверху, да, слева нет, это опыт персона. А справа сверху какие это навыки? Это опыт открываем? Твоего, в принципе, твоего аккаунта. А слева а, опыт персона. Погоди, а опыт... Опыт аккаунта открывает перки справа сверху. А как я их могу посмотреть? А хуй вы, пока нету. Рогалик, да.
Просто рогалик нахуй. Там менюшки нету, то есть понятно. У тебя в принципе, блядь, две менюшки, по сути, блядь. Одна с кнопкой дислоцировать, вторая, блядь, перк выбрать. Блядь, какой ужас! Ладно, игра хорошая, когда-нибудь будет. Да, тут нахуй ремонта 1040, я блядь. Я на сегодня наиграл, да, на 40. Это ты в чем считаешь, блядь? В евро-долларах? Я хуй знает. Тут ремонта 1800, это было просто сказано. Как будто бы.